Проспект Октября в Уфе занял 9-е место в рейтинге улиц с самыми дорогими арендными ставками. Стоимость квадрата коммерческой недвижимости в первом квартале этого года составила 21 700 рублей в год. Данные исследуют из аналитики компании SRG. В статистике учитывались арендные ставки в 56 городах страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Самыми дорогими оказались торговые помещения на проспекте Ямашева в Казани. Там средняя цена аренды составляет 37 тысяч рублей. На втором месте улица Урицкого в Иркутске – 30 тысяч. Тройку лидеров замыкает проспект Революции в Воронеже – 27 тысяч рублей за квадрат. Уфа годом ранее занимала в аналогичном рейтинге 8-ю строчку. Цена аренды тогда составляла 20 тысяч рублей в год. Дело в том, что у нас бренды, которые были представлены, та фэшн-индустрия, которые были представлены не только в торговых центрах, они переходят сейчас у нас также на стрит-ритейл. Также активно развиваются у нас фастфуд, табачные магазины, продуктовые. Я уверена, что дальше тенденция будет и больше. По итогам первого квартала в большинстве городов зафиксировали рост цен на аренду недвижимости. Самые высокие ставки наблюдаются в помещениях под магазины одежды и общепит. Эксперты отмечают, сейчас как локальным, так и зарубежным ритейлерам, например, турецким компаниям, требуются качественные площади с высокой проходимостью. Поэтому они готовы платить рыночную ставку.